Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы! Я хочу представить вам свою предвыборную программу «Развитие Туркменистана». В этой программе тезисно представлены основные направления развития Туркменистана и необходимые реформы для этого развития. Первая часть – цели и реформы в политической сфере. Преамбула. Сегодня Туркменистан переживает один из самых сложных периодов своей истории. Народ устал от явной несправедливости, произвола, нищеты в стране. Тем не менее, из уст руководителя страны постоянно звучит проповеди, которые не имеют ничего общего с реальностью жизни. Чтобы покончить с существующей в стране уже более 30 лет ужасающей диктатурой, от нового руководства страны потребуются большие усилия. Туркменистану необходимо начать новую жизнь, провести эффективно все запланированные реформы. Я знаю, что это будет нелегко. Потому что народное хозяйство Туркменистана сейчас находится в состоянии полной разрухи. Нам придется восстанавливать страну почти во всех областях. В этом плане я кратко ознакомлю вас с тезисами о самых неотложных реформах, которые необходимо осуществить в первые 180 дней моего президентства. Прежде всего, будут проведены реформы, направленные на облегчение бедственного положения людей и создание новых рабочих мест. Мое пожелание, чтобы все туркмены чувствовали себя хозяевами и патриотами своей родины. Будет трудно двигаться вперед, если мы не сможем создать в людях эти святые чувства. Я уверен, мы обязательно сможем это сделать. Своими делами мы будем вселять в людей непоколебимую уверенность в завтрашнем дне. В результате проводимых реформ во всех сферах общества и страны мы добьемся того, что никто не захочет уезжать из Туркменистана. Чтобы те, кто устал от диктатуры и был вынужден покинуть страну, захотели вернуться в Туркменистан. Как должна строиться внешняя политика Туркменистана? Усиление дипломатии мира и процветания. Выстраивание добрососедских, равноправных и взаимодоверительных отношений с соседними государствами в интересах собственного народа. Активное присутствие на всех основных международных площадках и отстаивание интересов государства. Интеграция Туркменистана в международное сообщество. Строгое соблюдение всех международных обязательств Туркменистана. Изменение действующего курса государства на изоляцию страны. Проведение политики открытой и прозрачной дипломатии. Проведение глубоких реформ во внешней политике Туркменистана. Определить важнейшие приоритеты внешней политики, исходя из этого реформировать и переориентировать работу Министерства иностранных дел и парламента Туркменистана. Уважаемые туркменистанцы, как вы знаете, внешняя политика неразрывно связана с внутренней политикой государства. Рассмотрим реформы во внутренней политике Туркменистана. Народ Туркменистана устал от затянувшейся диктатуры и продолжающегося кризиса в нашей стране. Авторитарный режим, укоренившийся в стране в годы независимости, управляется страхом. Но туркменистанцы больше не хотят жить в страхе. Несмотря на полную потерю народной поддержки, тиранический режим не хочет отказываться от власти и продолжает угнетать наш народ. Это означает, что нам необходимо разработать и реализовать комплекс конституционно-правовых мер, которые смогут обеспечить в будущем демонополизировать политическое лидерство и главенство в стране. В соответствии с подписанными международными конвенциями и договорами Меджлисом Туркменистана и нормами международного права предлагаю внести изменения в конституцию нашего государства. В этой связи считаю, что в Конституцию Туркменистана необходимо включить соответствующие правовые положения Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. Как вы знаете, я за парламентскую систему управления государством. Но переход сразу к парламентской системе управления государством повлечет за собой большие трудности и сложности для нашего народа. В связи с этим, этот переход мы должны будем сделать более плавным и мягким. Этот переход должен проходить без шока для нашего народа. Поэтому предлагаю этот переход разделить на два этапа. Первый этап – переход от президентского управления государством к парламентское президентское государственное управление. Срок перехода установить в течение 5 лет. Для этого сразу после смены незаконной власти будет создано временное переходное правительство. С целью решения создавшегося политического кризиса в Туркменистане декретом временного переходного правительства Милли Генеш, то есть парламент, будет распущен. Нам надо вернуться к первой конституции 1992 года. Согласно
этой первой конституции Туркменистана, принятой в 1992 году, и декретом временного переходного правительства будут назначены и проведены свободные и открытые выборы президента Туркменистана с привлечением независимых международных наблюдателей. Согласно Конституции 1992 года и указам временного правительства, все незаконные искусственные ограничения для регистрации кандидатов в президенты Туркменистана будут отменены. После проведения выборов президента Туркменистана, согласно Конституции Туркменистана 1992 года и указам уже нового президента Туркменистана, будут объявлены и проведены открытые выборы депутатов всех уровней, в том числе и парламента, то есть Меджлиса Туркменистана. Вновь избранный парламент с учетом всех норм международного права и подписанных Меджлисом Туркменистана всех международных конвенций и договоров подготовит проект новой Конституции Туркменистана. В проекте новой Конституции Туркменистана будут защищены права человека и ясно изложено гуманное отношение государства и исполнительной власти к своим гражданам. Проект Конституции будет широко обсуждаться в народе и освещаться со стороны всех информационных агентств и медийных каналов Туркменистана. После изучения всех поступившихся замечаний, предложений парламентом Туркменистана впервые будет принята первая народно-демократическая конституция Туркменистана. Как только все демократические институты будут построены и они заработают, мы перейдем к парламентской системе управления государством. В будущем, максимум через 5 лет, Туркменистан должен быть парламентской республикой и оставаться таковым. Основные преимущества парламентской республики – это сменяемость власти, а также управление государством самим народом. Как мы перейдем к парламентской системе управления государством, путь к диктатуре будет закрыт навсегда. Таким образом, на первом этапе президент будет иметь право представлять нашу страну. А исполнительная власть в стране будет управляться правительством Туркменистана. Правительство должно возглавляться премьер-министром страны. Назначение премьер-министра будет происходить в парламенте Туркменистана. Парламент страны должен быть однопалатным и называться, как и раньше, Меджлис Туркменистана. Все это, естественно, должно быть закреплено в новой конституции Туркменистана. Мы стремимся построить в Туркменистане демократическое правовое государство, действующая только на основе Конституции. Все важные решения в стране будут приниматься в парламенте открытым голосованием, а не неизвестными лицами, скрывающимися во дворце президента. В новом демократическом Туркменистане нынешних руководителей авторитарного режима, которые своими действиями заставили наш народ оказаться в очень тяжелом положении, будут открыто судить с участием международных наблюдателей со всего мира. Диктаторы и его палачи будут наказаны в соответствии с нормами международного права. Все, кто пострадал в борьбе с диктаторским режимом, всем политическим заключенным, все невинные люди, которые сидят в тюрьмах, будут немедленно освобождены. Они будут оправданы и получат компенсацию за свои несправедливые страдания. Я предлагаю вашему вниманию несколько пунктов из первых 100 шагов предлагаемой внутренней политической реформы в Туркменистане. С первого дня после смены власти будет создано временное переходное правительство и заработает первая конституция Туркменистана, принятая в 1992 году, а также все международные конвенции и договора, подписанные Меджлисом Туркменистана. Упростится возможность регистрации партий, общественных организаций, издательств, газет, журналов, телеканалов, электронных изданий, в общем, всех средств массовой информации. Для участия в выборах будут сняты все искусственно созданные незаконные ограничения для регистрации будущих кандидатов. С первого дня все ограничения по передвижению граждан Туркменистана будут полностью отменены. Любой гражданин Туркменистана сможет в любое время беспрепятственно выехать или приехать в Туркменистан. Миграционная служба полностью будет упразднена. Разрешение на выезд или въезд для граждан Туркменистана будет полностью отменено. Функцию миграционной службы будет возложена на новую созданную государственную организацию под названием префектура. Префектура будет создана в каждом вилаяте. Она будет подчиняться президенту и премьер-министру Туркменистана. Все функции вилаятских и городских хекимликов будут разделены между префектурой и хекимликами.
назначение президентом Хакимов, Вилаетов, городов и этрапов будет отменено. Хакимы будут избираться самим народом, проживающих в вилаятах, городах и этрапов, на свободных открытых выборах. Любой гражданин Туркменистана имеет право представить свою кандидатуру в качестве кандидата и быть избранным народом. Префекты вилаятов и городов будут назначаться указом президента Туркменистана и правительства. Любой гражданин Туркменистана может проживать или работать в любом вилаяте, менять в любое время место жительства. Прописка будет максимально облегчена. В качестве наглядного примера приведу пример прописки во Франции. Как вы знаете, во Франции проживает около 70 миллионов граждан. Никаких проблем с учетом этих граждан или их проживанием во Франции не существует. Я думаю, и в Туркменистане мы полностью упростим систему прописки, и никаких проблем существовать не будет. С первых же дней будет взят курс на постепенную децентрализацию власти. Согласно действующего законодательства и Конституции Туркменистана, для самостоятельного принятия решений вилаяты получат больше прав. В каждом вилаяте будет создана префектура, которая возьмет на себя следующие функции. Учет и выдача персональных документов граждан Туркменистана и иностранных граждан. Префектура будет уполномочена выдавать и при необходимости менять следующие документы. Паспорта, национальную индивидуальную карту, водительское удостоверение, удостоверение временного проживания в Туркменистане, принятие документов для предоставления гражданства и убежища и тому подобное. Хакимлики будут исполнять и реализовывать все решения Вилаятского, городского и этрапского совета народного собрания. Осуществлять подготовку проектов Вилаятского, городского и этрапского совета. Согласно Конституции Туркменистана, в пределах своей компетенции обеспечивать защиту прав, свобод и законных интересов жителей вилаятов, городов или этрапов. Осуществлять необходимую деятельность, связанную с оперативным управлением вилаятского, городского и этрапского хозяйства и функционированием транспортной логистики. А теперь о реформах законодательной власти. В целях решения сложившегося политического кризиса в Туркменистане будет прекращена деятельность двухпалатного парламента до истечения срока его полномочий. После чего в течение 90 дней будут назначены новые выборы во всех вилаятах, городах и этрапах Туркменистана. Все выборы на всех уровнях законодательной власти пройдут открытыми и честными, с участием народных наблюдателей и представителями независимых международных организаций. Каждый день средствами массовой информации будет освещаться вся предвыборная агитация кандидата. В итоге вновь избранный парламент подготовит проект Конституции Туркменистана с учетом всех норм международного права и подписанных Туркменистаном международных конвенций и договоров. В этом проекте новой Конституции Туркменистана будут усилены все статьи, связанные с правами человека, и статьи, связанные с гуманным отношением государства к своим гражданам. Проект новой Конституции будет широко обсуждаться в народе и освещаться со стороны всех информационных агентств и медийных каналов Туркменистана. После изучения новым парламентом Туркменистана всех поступившихся замечаний, поправок и предложений на очередном собрании парламента, то есть Меджлиса, будет принята демократическая Конституция Туркменистана. После принятия новой Конституции Туркменистана мы перейдем к последующим реформам в законодательной сфере. Мы проведем реформу правоохранительных органов, прокуратуры и судебной власти. Законодательно установим справедливый баланс между ветвями власти и судебной системы. Для этого нам нужны новые законы о судьях, о судебной системе, закон о свободе слова, гарантирующий судам реальную независимость. Мы должны закрепить конституционно принцип разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную власть, а также самостоятельность органов законодательной и исполнительной, а также судебной власти. Нам нужен закон о местном самоуправлении, который глубоко реформирует отношения между центром и регионами в сторону их большей самостоятельности и ответственности перед избирателями и перед государством. Уважаемые туркменистанцы, это был краткий перечень политических реформ,
которые будут осуществляться с первых дней смены власти. Для эффективного развития страны мы должны взять темп реформ и держать их в этом темпе в последующие годы. Туркменистан должен всегда процветать и развиваться. Спасибо.